В Карачаевске в течение целой недели в Центральной городской библиотеке имени Азамата Суючева проходила акция дарения книг «Подари книгу библиотеке жителями города». Также совсем скоро читальный зал библиотеки будет полностью отремонтирован, что позволит проводить различные мероприятия в более комфортных условиях. В акции дарения книг принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. В течение недели жители Карачаевска активно дарили свои книги. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев также преподнес подарок. Отрадно видеть, что сегодня чтение книг также любимо многими. И главная задача – поддерживать нашу родную библиотеку и активно принимать участие в подобных мероприятиях, отметил Ракай Мухтарович. Я с удовольствием пришел, передаю им книгу о участниках Великой Отечественной войны всех районов, городов Карачаево-Черкесии, посвященных 75-летию. И про героев наших, 28 героев Советского Союза России. Также итоги конференции, региональной конференции, проведенной Карачаево-Черкесским государственным университетом имени Умара Джавшиевича Алиева, посвященный родным языку и родному языку. Совсем скоро в читальном зале Центральной библиотеки Карачаевска будет проводиться ремонт. Наша библиотека будет комфортным местом для проведения различных тематических конкурсов и мероприятий, отмечают работники. В эти дни к нам приходят читатели, дарят книги, которые они уже прочитали, интересные. Библиотека постоянно пополняется. Это для нас была очень хорошая новость. Мы все очень рады. Хочется встречать гостей в красивой библиотеке, чтобы людям было приятно. И нам тоже будет приятно. Очень спасибо администрации нашей, что вот так решили в этом году сделать нам ремонт. Библиотека проводит огромную просветительскую работу. Жители Карачаевска активно посещают нас. А уже после обновления мы сможем проводить уже более масштабные праздники и привлекать людей к чтению, отмечают библиографы. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.